Друзья, всем привет! Салют! Аврора, подожди. Во-первых, салют еще рано пускать, а во-вторых, здесь по технике безопасности этого не положено делать. Слав, не будь занудой. Ладно, хорошо, не буду. Друзья, как вы поняли, сегодня именно мы будем ведущими исторической онлайн-игры «Наша Победа». Игра проходит уже второй год в преддверии замечательного праздника Дня Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Да, в этом году наша викторина будет посвящена историям семей и их подвигам в годы Великой Отечественной войны. Слушай, а давай все-таки представимся зрителям, вдруг они нас не знают. Ну, меня-то они точно знают, а вот тебя, боюсь, надо представить. Ладно, шучу. Итак, друзья, вместе со мной сегодня игру ведет известный ведущий, певец и артист Вячеслав Макаров. Спасибо большое. И моя прекрасная коллега Аврора Добрынина. Ваши бурные виртуальные аплодисменты. А после этой минутки самоиронии я все-таки позволю себе рассказать более подробно, о чем мы будем вас сегодня спрашивать. Как уже сказала Аврора, вопросы игры затронут одну из актуальных тем в преддверии празднования Дня Победы в 2024 году. Истории семей, сражавшихся за Родину и ковавших победу в тылу. Истории людей, которых война разлучила на долгих 4 года. И людей, которые смогли найти друг друга даже в пылу сражений. О том, как люди старались жить простой человеческой жизнью, при этом каждый день совершая подвиг. Оттого истории этих людей и семей особенно для нас важные и ценные. А еще они очень интересные. Однако, прежде чем мы приступим к вопросам, я хочу представить нашего почетного гостя, который лично видел много таких историй и готов рассказать вам о своей семье. Ветерана Великой Отечественной войны Рязанцева Дмитрия Ивановича. Приветствуем участников онлайн-игры «Наша Победа». Вас приветствует семья Рязанцева Дмитрия Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы, героя Великой Отечественной войны. Для меня война началась 5 часов утра 22 июня 1941 года, будучи курсантом Минского танкового училища в лагере Большое Сиклево. В 5 часов утра мы еще спали, нас бомбила немецкая авиация. Ну и, естественно, сразу же после отлета подъем, разобрали весь лагерь, убрали, и нас направили в город Минск для охраны государственных зданий правительства Беларуси. Войну я закончил. После, когда в Верхнекумском меня ранило, в госпиталь. После излечения госпиталя был направлен в войска. Из войск в Чкаловское танковое училище. Это город Чкалов. 6 часов утра. Поднявшись аплодисменты, шум на улице города, оказалось, что все кричат «Победа! Победа! Победа!». И вот с этого 9 мая 1945 года завершилась для нас война. И я ее, как говорится, завершил, я ее раньше после ранения, а окончательно война закончилась вот в 1945 году. Желаем успехов участникам игры. Ура! Друзья, еще раз передадим от всех нас огромный привет семье нашего уважаемого героя. И, конечно, пожелаем Дмитрию Ивановичу и его родным крепкого здоровья. Кстати, надеюсь, что они сегодня тоже поучаствуют в наших интеллектуальных баталиях. Слав, вы давно они стали нашими? Вообще-то эту игру вообще другие люди составляли, а мы вопрос только сегодня увидели. Аврора, а теперь ты не будь занудой. И вообще, мы так с организатором специально сделали, чтобы ты своим подружкам заранее ответа не рассказала. Вообще, ты так и планировала. Да? Ладно, друзья, шучу. Лучше расскажи, какие сегодня нас ждут призы.
Нас, к сожалению, никакие. А вот ребят, которые выиграют, ждут такие вот настольные игры. Как приятно провести вечер в кругу семьи, играя в любимую настольную игру. Отличные подарки. Кстати, важная информация, друзья. Сегодня у нас будет целых два рейтинга, по которым мы будем определять победителей. Один для участников из России, где призы получат все, кто занял места с 1 по 20. А второй для кого? Для нас с тобой, где мы точно что-то займем. О, нет, к сожалению, нет, Аврора. Второй рейтинг будет вестись для наших соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан. И призы там получат 10 лучших игроков. В общем, вывод какой? Правильно, играть может любой человек на планете, которому исполнилось 14 лет. Да, поэтому я сегодня в роли ведущей. Играть мне пока нельзя. Ну, ты не расстраивайся, в следующем году и ты сможешь поучаствовать. А сейчас лучше расскажи участникам про то, что им сегодня вообще предстоит делать. С удовольствием. Друзья, сегодня вас ждет викторина с двумя блоками вопросов. Первый блок будет состоять из 10 вопросов с вариантами ответов, а второй блок будет состоять из 5 вопросов открытого типа, где нужно будет в поле для ответов писать правильное слово или сочетание слов. Все верно, говорит Аврора. Не так-то просто вам сегодня придется. Вопросы будут местами сложные, но интересные. К слову, организаторы игры нас уверяют, что на некоторые из них можно будет ответить, используя только лишь свою логику и сообразительность. Так что посмотрим, дорогие друзья, насколько вы сообразительны. Кстати, об организаторах. С удовольствием представлю вам их. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Организационный комитет партии «Единая Россия. Наша Победа» и фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке фонда президентских грантов. И прямо сейчас к нам подключается депутат Государственной Думы, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Николаевна Занко. Ольга Николаевна, вы в эфире. Здравствуйте! Спасибо, что сегодня вы проводите этот день вместе с нами. Наша команда волонтеров Победы подготовила новую историческую онлайн-игру. И в этой игре не важно, кто победит. Не важно, кто наберет какое количество баллов. Здесь важно другое, что благодаря такому формату каждый из нас может внести свой вклад в сохранение памяти о тех людях, благодаря которым мы сегодня живем. О наших ветеранах, о наших тружениках тыла, о детях войны, о всех тех, кто в тяжелые годы Великой Отечественной выдержал, выстоял и победил. Я хочу пожелать вам хорошо провести время, узнать еще больше об истории Великой Победы, ну и, конечно же, поздравляю с Днем Победы! Спасибо, Ольга Николаевна. Ну что, друзья, готовы начинать? Слав, подожди, а как же техническая часть? Да, действительно, давайте все-таки проверим, готовы ли вы с технической стороны. Аврора, начинай. На экране должна быть красная плашка со словом «премьера». Во-вторых, дорогие участники, проверьте, пожалуйста, устойчиво ли ваше интернет-соединение, ведь каждая секунда может стать решающей. В-третьих, вам нужно знать, что для успешной идентификации ответа в форме для ввода ответов вам нужно будет указать свой ID с сайта волонтеропобеда.рф. Слав, вот ты, кстати, знаешь, как найти свой ID? Ну, конечно, знаю. Все просто. Нужно зайти в электронную почту, которую участники указывали при регистрации. А еще можно найти свой ID в личном кабинете на сайте волонтеропобеда.рф. Да, что мы тут все расписываем? У нас же есть подробный ролик, как это сделать. Давайте вместе посмотрим. Thank you.
Друзья, надеюсь, что вы все уже успели найти свой ID, и мы наконец-то можем приступать к игре. Слав, у тебя такой настрой, как будто ты сам собираешься играть. А что? У меня есть ответы. Да ладно, шучу. Кстати, мы забыли сказать про ответы. Что, прям все их сейчас перед вопросами расскажешь? Нет, но эта информация будет не менее важная. Ребята, во-первых, после каждого вопроса мы будем давать вам минуту на размышление. Во-вторых, если будет направлено несколько вариантов ответов, мы будем учитывать первый. И в-третьих, если ответы будут отправлены после окончания времени, то мы его, к сожалению, засчитывать не будем. Так что постарайтесь, пожалуйста, отвечать вовремя. Ну что, друзья, приступаем к самому интересному, к первому блоку вопросов. Да, сейчас на экране появится QR-код, перейдя по которому можно попасть в форму ввода ответа. Также ссылку на форму мы отправили в комментарии к трансляции. А еще на сайте игры есть специальная кнопка для ввода ответов. Приступаем к вопросам. Вопрос номер один. Несмотря на войну, руководство городов делало все возможное для семей с детьми. В 1941 году в Москве работали 17 детских садов. Ответьте, при каких учреждениях? А. Убежищах. Б. Воинских частях. В. Отделениях полиции. Или Г. Военных комиссариатах. Вопрос номер два. Люди влюблялись на фронте, но часто светлые планы на будущее разрушала смерть. В декабре 1941 года под Севастополем Людмила познакомилась с младшим лейтенантом Леонидом Киценко, служившим в том же полку, где и она. Уже в 1942 году они подали рапорт о заключении брака, но этому не суждено было сбыться. А кем служил Леонид Киценко? А. Артиллеристом. Б. Снайпером. В. Связистом. Г. Врачом. Вопрос номер три. На картине Владимира Переяславца изображены Сергей, Борис и Григорий, а кроме того Олег и Александр Калагривовы, и Сергей Клименко. Потомками какого литератора были все они? Кстати, всего на фронте служили 10 потомков этого человека. А. Михаила Афанасьевича Булгакова. Б. Ивана Сергеевича Тургенева. В. Александра Сергеевича Пушкина. Или Г. Николая Васильевича Гоголя.
Вопрос номер 4. Герой Советского Союза Екатерина Зеленко родилась 23 февраля 1916 года. Она являлась 10-м ребенком в семье. Возможно, это и повлияло на будущую героиню, так как она была точно не робкого десятка. По мнению некоторых ученых, она стала единственной женщиной в годы войны, которая совершила такое действие в воздухе. Какое? Варианты ответов. А. Катапультирование. Б. Выполнила мертвую петлю. В. Совершила таран. Г. Посадила самолет вслепую. Вопрос номер 5. На фронтах Великой Отечественной войны воевали братья Михеевы. В 1943 году один из них, Владимир Михеев, заместитель командира роты, принял боевую машину, в постройке которой личными сбережениями участвовал его отец, Дмитрий Федорович. А какой была эта боевая машина? А. Подводная лодка. Б. Самолет. В. Самоходная установка. И Г. Танк. Вопрос номер 6. Летчик Алексей Соломатин встретил свою любовь на фронте. Его избранницей стала тоже летчица-истребитель, кавалер ордена Красной Звезды, белая лилия Сталинграда, как они писали в одной из статей. Как звали жену Алексея Соломатина? А. Марина Раскова. Б. Лидия Литвяк. В. Вера Белик. Г. Валентина Гризодубова. Вопрос номер 7. Вере Жигаловой было 16 лет в 1941 году. По ночам она постоянно отправлялась на дежурство. За нее очень переживала семья, но каждое утро, на радость родителям, она возвращалась домой.
В ходе дежурства важно было вовремя схватить ее руками в плотных рукавицах или длинными щипцами и опустить в бочку с водой или в ящик с песком. А где каждую ночь дежурила Вера Жигалова? А. Крыша. Б. Подвал. В. Балкон. И Г. Лестница. Вопрос номер 8. Пережившая Сталинградскую битву жительница Сталинграда Анна Арацкая пишет в своем дневнике, что вместе с мамой и сестрами служила в таком отряде. Подобные отряды появились для предупреждения массовых заболеваний в 1942 году. Девушки, служившие в этом отряде, часто лишались кожи и ногтей на руках из-за механического воздействия. О каких отрядах идет речь? А. Кулинарные отряды. Б. Прачечные отряды. В. Гигиенические отряды. Г. Эпидемиологические отряды. Вопрос номер 9. Подпольщица, герой войны Зина Портнова, родилась в Ленинграде, но войну встретила на территории Беларуси. Какая семейная причина этому поспособствовала? А. Семья переехала вслед за отцом военным. Б. Зина приехала на каникулы к бабушке. В. Зина вышла замуж и переехала с мужем. И Г. Семья Портновых эвакуировалась из Ленинграда. Вопрос номер 10. Недалеко от села Дзуарикау установлен памятник, посвященный семье Газдановых. На нем запечатлена скорбящая женщина, мать братьев. И семь. Продолжите эту фразу. А. Голубей. Б. Журавлей. В. Лебедей. Г. Орлов. Thank you.
Ну что ж, друзья, даем вам 30 секунд, чтобы вы смогли проверить и отправить свои ответы. И с этой секунды ответы больше не принимаются. А сейчас время правильных ответов. Ответ на первый вопрос. Убежищах. Для оставшихся в городе юных москвичей в декабре 1941 года при убежищах работали 17 детских садов и яслей. К этим помещениям предъявлялись особые требования. По метражу, наличию вытяжной вентиляции, водопровода, отопления, деревянного настила на полу. Снайпером. Так звучит ответ на второй вопрос. В марте 1942 года позиция снайперов попала под минометный огонь, и младший лейтенант Киценко был смертельно ранен. Людмила Павличенко вынесла тело жениха с поля боя. Девушка сама была снайпером. За годы войны она уничтожила 309 немецких солдат и офицеров. Ответ на третий вопрос Александра Сергеевича Пушкина. Историки насчитывают 10 потомков Александра Сергеевича Пушкина, которые воевали на стороне СССР во Второй мировой войне. В 1952 году появилась известная картина Владимира Переяславца, на которой были изображены некоторые из потомков великого поэта. «Совершила таран» – так звучит ответ на четвертый вопрос. В небе над Анастасьевкой Сумской области Екатерина Зеленко вступила в бой с несколькими мессершмиттами. После пулеметной очереди по Су-2 Зеленко приказала штурману Павлюку прыгать из самолета, а через некоторое время он услышал взрыв. Екатерина Зеленко пошла на таран. Ответ на пятый вопрос – танк. В годы Великой Отечественной войны на фронт уходили целыми семьями, но не всем доводилось воевать в одном полку. А вот легендарные братья Михеевы из Приволжья воевали бок о бок не просто в одной танковой роте, а в одном боевом экипаже, который так и назывался – экипаж Михеевых. В шестом вопросе речь шла о Лидии Литвяк. Во время первого боевого вылета в августе 1942 года Лидия Литвяк в группе со своей новой боевой подругой Катей Будановой отправила к земле вражеский бомбардировщик «Юнкерс». В полку заметили молодую летчицу, а ее боевой счет стал только расти. Именно в этот момент на борту своего самолета Лидия попросила нарисовать белую лилию. Тогда же за ней закрепился и позывной «Лилия-44». Так и расцвела белая лилия Сталинграда. «Крыша» – так звучал ответ на седьмой вопрос. Вера Жигалова была членом добровольческой противопожарной дружины, которая тушила на крышах домов зажигательные бомбы или так называемые зажигалки. Ответ на восьмой вопрос. Прачечные отряды. В войну семья Арацких, в которой было 9 детей, жила на поливаемой огнем улице у реки. После того, как их дом сгорел, отца убил немецкий снайпер, Анну, ее маму и младших сестер вывезли из города на машине и взяли в полевой прачечный отряд. Было трудно. Приходилось стирать белье в ледяной воде. Но девушки были рады, что им удалось выжить. В начале июня 1941 года 15-летняя Зина Портнова вместе с младшей сестрой Галей приехала из Ленинграда к своей бабушке на каникулы в деревню Зуи в Витебской области в Беларуси. Гитлеровцы наступали быстро, и деревня стала оккупированной территорией. Пионерка Зина не могла остаться в стороне от борьбы с врагом, и уже в 1942 году стала бойцом подпольной организации «Юные мстители». Во время работы на кухне в тылу врага Зина Портнова отравила более 100 фашистов супом. В десятом вопросе речь шла про журавлей. В семье Газдановых из села Дзуарикау в Северной Осетии было 7 сыновей. Один погиб в 1941 году под Москвой. Еще двое при обороне Севастополя в 1942.
Следующие трое сыновей Газдановых пали в боях в Новороссийске, Киеве, Белоруссии. Последний из сыновей Газдановых погиб при взятии Берлина. Вспоминая о погибших солдатах, невольно в памяти возникают строки из стихотворения «Журавли» дагестанского поэта Расула Гамзатова, которая впоследствии превратилась в одноименную не менее знаменитую песню Марка Бернеса на музыку Яна Френкеля. И я предлагаю немного передохнуть и послушать эту замечательную песню. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Друзья, отдохнули немного, а теперь настало время второго этапа нашей игры. Во втором блоке вас ждет серия из 5 вопросов, но в этот раз готовых вариантов уже не будет. Так что придется подумать, активизировать сообразительность, логику, чтобы вписать правильный ответ. Форму для ввода ответов вы можете по традиции найти на сайте игры по новой ссылке в комментариях, либо по новому QR-коду на экране. И не забудьте заново ввести в форму свой ID. Ну что ж, дорогие участники, переходим ко второму блоку. Вопрос номер 1. В музее свадьбы в Петербурге хранится интересный экспонат – свадебное платье, которое пережило всю войну с первого дня до последнего. Жених пошел на фронт и, к счастью, вернулся. Свадьба была сыграна. А на какую дату первоначально была запланирована свадьба? Вопрос номер 2. В балладе о матери Андрея Дементьева мать не получала вестей от сына-фронтовика 30 лет. Однажды она увидела, как сын идет в атаку в Иксе. Один из самых известных иксов под названием «Разгром немецких войск под Москвой» получил известнейшую мировую премию. Назовите икс двумя словами.
Вопрос номер 3. Борис Борисович и Дмитрий Борисович Глинки – известные летчики-истребители, а также братья. Борис и Дмитрий воевали плечом к плечу с 1941 по 1944 год. А в бою их можно было отличить порой только по позывному. Каждый из них начинался с буквы «Я», а дальше отличался только на 50%. Запишите позывной Дмитрия или Бориса Глинки. Вопрос номер 4. Эти брат и сестра были неразлучны с самого детства, и оба стали героями Советского Союза. Когда сестра геройски приняла смерть, брат потребовал зачислить его на фронт. Она погибла под Москвой, а он в районе Кёнигсберга. Назовите их имена и фамилию. Вопрос номер 5. 10 братьев Лысенко отправились на фронт и вошли в историю. Хоть и были семьи, где большое количество сыновей отправлялись на фронт, но история семьи Лысенко особенно запоминается этим. Чем же отличается история братьев? Итак, друзья, второй блок завершен. Даем вам еще полминуты на заполнение и отправку форм. Спешу сказать, что время для отправки ответов закончилось. Слава, давай уже перейдем к самому интересному, к ответам на вопросы второго блока.
Свадьбе, запланированной на 22 июня 1941 года, не суждено было случиться. Когда прозвучало то страшное объявление, жених сразу же ушел добровольцем на фронт. Свадьбу отложили на долгие годы. Настоящее чудо, что молодые смогли пожениться после окончания войны. Их любовь хранила их и берегла от смерти. Ответ на второй вопрос – документальный фильм. В стихотворении «Баллада о матери» Андрея Дементьева мать увидела сына в кадрах документального фильма о войне. Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» получил премию «Оскар» в 1943 году. Я ДБ или Я ББ. Позывные братьев Глинок отличались краткостью. Они использовали только свои инициалы. Дмитрий Глинка стал седьмым по результативности советским асом времен Великой Отечественной войны, сбив 50 самолетов противника. На счету Бориса 30 побед. Повторить результативность брата ему помешало лишь серьезное ранение. Особенно братья отличились во время битвы над Кубанью, показав высокую результативность и безграничное мужество. Ответ на четвертый вопрос. Зоя и Александр Космодемьянские. Зоя Космодемьянская погибла у села Петрищево в 1941 году, а Александр Космодемьянский прошел почти всю войну. Погиб в Восточной Пруссии в апреле 1945 года. Зоя была отважной разведчицей в диверсионной группе, удостоенной звания Героя Советского Союза. Александр, участвуя в боях с фашистскими захватчиками, достойно продолжил путь борьбы с врагом в память о своей сестре. При штурме крепости под Кёнигсбергом он был удостоен чести командовать батареей ИСУ-152 320-го танкового полка. Все вернулись живыми. Так звучит ответ на пятый вопрос. Все 10 братьев Лысенко из Черкасской области Украинской ССР вернулись домой живыми. Счастливый, но далеко не частый случай в годы Великой Отечественной войны. А матери братьев, Евдокии Даниловне Лысенко, присвоили звание матери-героини. Ну что ж, друзья, вот и подошла к концу наша историческая онлайн-игра. Уверен, что сегодня каждый участник узнал для себя что-то новое и интересное. Как жаль, что уже пора прощаться, ведь мы с вами только познакомились. По крайней мере, вы с нами точно. И мы хотим еще раз поблагодарить всех организаторов и партнеров игры. Все, кто поддерживал и помогал информационно. Спасибо вам. Друзья, это было здорово. А сейчас нам необходимо сделать паузу, чтобы подвести итоги игры. Результаты мы опубликуем через 10 дней на сайте игра-нашапобеда.рф и в официальной группе волонтеров Победы ВКонтакте. А на сайте волонтеры-победы.рф всем зарегистрировавшимся участникам после подведения итогов будут доступны сертификаты участников. Друзья, и перед тем, как закончим, конечно, мы бы хотели получить от вас обратную связь. Понятно, что такие классные ведущие, как мы с Авророй, вам понравились. Но если вдруг возникли какие-то вопросы, трудности или предложения, мы всегда готовы вас выслушать и стать еще лучше. Да, так что если у вас есть идеи, то пишите в форму по ссылочке, которая возникнет сейчас у вас на экране. А мы благодарим вас всех за участие и поздравляем с самым важным и любимым праздником – с Днем Победы! До новых встреч, друзья!